По сообщению областного департамента информационной политики, губернатор Евгений Куйвышев и председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина определили направление и планы совместной работы членов регионального правительства и депутатов по выполнению показателей национальных проектов на Среднем Урале. Рабочая встреча, посвященная этим вопросам, прошла 8 апреля. В ходе реализации национальных проектов, задача те положения, которые мы обсуждали на недавнем совещании с участием глав субъектов Федерации и членов правительства Российской Федерации. Думаю, что предстоит серьезная напряженная работа, совместная работа, направленная на достижение тех целей, которые закреплены в майском указе президента. Губернатор в минувшую субботу принял участие в выездном совещании «Национальные проекты. Этап реализации», проведенном премьер-министром Дмитрием Медведевым в подмосковном Аносино. Как сообщается на официальном сайте российского правительства, участники мероприятия обсудили выработку решений, необходимых для достижения запланированных в нынешнем 2019 году результатов в рамках региональных проектов и достижения национальных целей к 2024 году, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Губернатор и спикер законодательного собрания Людмила Бабушкина особо остановились на социальной составляющей совместной работы, поскольку именно высокое качество жизни людей, их комфорт и безопасность, доступность медицины и образования, умных технологий и сервисов должны стать итогом работы по реализации национальных проектов в нашей области. Напомним, что на Среднем Урале для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 55 региональных программ, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах.